Приветствую, ребятушки! С вами я, Александр Радяев. Хочу вот так вот экспромтом поделиться с вами моей небольшой радостью. И котик тоже хочет с вами кое-чем поделиться. Случилась у меня на днях небольшая обновочка для моего будущего контента, для того, чтобы снова и снова радовать вас. Для тех всех, кто меня смотрит, кто меня поддерживает, обязательно подписывается, ставит лайки. Всем вам спасибо. Так что сейчас я кое-что вам расскажу. И вот такую вот штуку достаю из своего широкого ящика. Это новая моя обновочка, новая камера. Insta360. Insta360 третьей серии X3. Взял я ее у девочки с рук за 39 тысяч рублей. Вот такой бомбезный комплектик. Стоит эта камера на рынке 45 тысяч. Куда входит комплект, одна камера и больше ничего. У меня же аккумулятор дополнительный в отличном кейсе. Получится ли мне его открыть? Почти получилось. Аккумулятор отдельный. Селфи-стик. Вот такой у меня отличный. Он раздвигается практически сам метр. Там аксессуары, чехол на камеру. Ну и соответственно, что у меня тут есть. Сама камера. Сама камера с отличным вот таким вот наглазником. А оно здесь для чего нужно? Потому что у этой камеры целых две линзы. И она умеет снимать на 360 градусов. То есть можно снимать себя, можно снимать не себя. Можно на одну сторону вести съемку, потом переворачивать на обработку делать. И себя показывать, и снимать то, что снимаешь. И обзор делать. Короче, у него куча и масса всяких различных эффектов. Я это все к чему? А к тому, что давненько я никуда не выходил и не выезжал и не выходил на природу, не путешествовал. Сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге, прекраснейшем городе. У нас на дворе золотая осень, уже фактически вот-вот наступит октябрь. И планируется что? Планируется выход в поход. Может быть, с палаткой, может быть, если будет прохладно, не будет позволять походные условия, мы поедем одним днем. Может быть, поедем в Карелию, съездим, все-таки очень бы хотелось бы попасть. Может быть, съездим по окрестностям, прогуляемся. Но вот эта вот камера, которую я вам только что показывал, отлично мне поможет радовать вас контентом. Ну, собственно, вот такую вот у меня, для меня приятная обновочка. Может быть, кому-то будет интересно и вам. Буду снимать для вас новый контент, пилить. Так что всем спасибо еще раз, повторюсь, кто поддержит, всем, кто подписывается, кто ставит лайки. А мы погнали!